Салем достар! Бул каштанов! Минен каштанов реакшн канала Макош Кельдиниздар. И сегодня у нас будет реакция на такого исполнителя, как Прокс. И трек называется «Действуй». У меня уже есть одна реакция на этого исполнителя, и трек назывался «Night Vision». Я тогда знатно прокачался, это все было на стриме, запись где-то есть, короче, во вкладке видео, поищите, она относительно недалеко, но чуть-чуть вниз придется промотать, да, как говорится. Блин, ну это, конечно, трек был вообще просто пушка-гонка, я там просто нереально качался и все зашло. Также мне писали в комментариях, что и этот трек нереально кочевый, типа... Послушай, зацени, по-любому, как говорится, проникнешься, да, ребята? Так что давайте вместе проникнемся, и те, кто слышал этот трек уже давно... Кстати, тут... сколько ему уже лет-то, ребята? Сейчас, секунду. Порядка ему, по-моему, порядка 7 лет, ребята, этому треку. Порядка 7 лет. Сейчас, секунду, я что-то, короче, вышел. И вернулся на начало страницы. Про так Прокс Night Vision 6 лет. Прокс Действуй. Ну тоже 6 лет. Тоже 6 лет. 6 лет, ребята. Это, конечно, по нынешним меркам, это уже прямо такое солидный возраст, да, для трека. Не знаю, кстати, Прокс сейчас что-нибудь читает или нет, но не суть. Давайте слушать это произведение. Ребята, прежде чем мы приступим к просмотру, Копр Ахмед, за то, что подписываетесь на канал. Кто еще не подписался, внизу кнопка, проходите, прожимайте. И не забывайте включать колокольчик уведомления. И да, ребята, если вас интересуют реакции на полнометражные фильмы, также по ссылке в описании можно пройти на мою страничку на платформу Boosty. Помимо аниме «Тетради смерти», я там еще записываю реакции, как я уже сказал, на полнометражные фильмы. И последнее, что я записал, это «Бизнес по-казахски в Корее», потом «Бизнесмены», «Кино по понятиям», «Дорога к матери», «Регистратор», «Районы». Короче, ребята, там есть все реакции на топовые фильмы, ну, преимущественно казахстанского производства. Так что ссылка в описании, переходите, подписывайтесь, а мы приступаем. Так, ну это рэпчик, и я думаю, здесь будет кач. Здесь будет кач, я жду кач. 5 минут трек, ребята, 5 минут. Уже музыка. Это он, да? Это Прокс. Прокс. Это жизнь, как апельсин, и я выжму все. Детка,
все так и бухают, да, на стадионе. Не сумай сдаться, включи свой мозг. Сделай это, поверь мне, детка. Это жизнь какая-то. Шо скикать, ребят? Она говорила, чтобы я думал мозгами, но я походу выбрал путь, который явно считается дальним. Дай мне повод, я найду способ и свой кусок, я попросту вырву зубами. Мир не такой, каким ты видишь его на экране. Фортуна строит недотрогу и любит динами. Районы тянут на дно, словно Титаник. Район тянут на дно, то есть не врубай задний. Так everyday, просыпаясь утром, я понимаю, чего-то ждать глупо, но мне плевать, что иногда трудно. Я выжму все, как в 12 турбо. Дай мой респект, шел мимо fucking money. Ты не подумай, дала вы меня не поменяй. Но мои девочки идут золото и камни, и я хочу подарить Mercedes маме. Детка, действуй, только вперед. Не вздумай сдаться, включи свой мозг. Сделай это, поверь мне, детка. Это жизнь как апельсин, и я выжму все. Детка, действуй, только вперед. Не вздумай сдаться, включи свой мозг. Нормально поднялся, парняга. Жизнь как апельсин, и я выжму все. Я выжму все. Я выжму все. Это жизнь. Так, я так понимаю, это его девушка, да? Или та, кого он когда-то любил? И он ей просто решил показать, да? А пацки так и бухают на стадионе. Все справедливо. Да, ребята, ну конечно такой прямо жесткий кач просто. Просто всем качем кач, да, что называется. Олдскульный рэпчик. Наверное, тут даже такое ощущение, что этому рэпу лет 10. Ну так, в хорошем смысле слова. То есть прям вот из тех времен, конец 90-х, начало 2000-х, а тут всего лишь 6 лет, да? Ну, стиль у парняги, у Прокса такой. Мне нравится, но все-таки Night Vision мне зашел больше трек, больше. Здесь он такой какой-то, этот трек более ну, уж совсем сильно кочевый, медленный. С одной стороны, это хорошо, да, ты читку все понимаешь, как бы... Вообще, прям по ходу песни есть четкое понимание, о чем идет речь. А современный рэп какой он? Там половина слов непонятно, да, с 10-го раза только можно, переслушав, понять всю картину, если не обращаться к Genius, да, к сайту, который все это интерпретирует там и так далее. А здесь прямо все, вот оно, все тебе на ладони. Весь расклад, да. Ну, такой, как бы... пацанский рэп, да, как парень поднялся, в принципе, ну, в принципе, как парень поднялся, это мы поняли по клипу, да, непосредственно слова все-таки в самой песне, они мало взаимодействуют непосредственно с самим клипом, здесь больше, как бы, наверное, как-то все-таки клип одно, а трек это другое, ну, опять же, да, парняга действуй. Ну нет, наверное, все-таки нет. Парняга действуй. Вот тут парень с такой великолепной прической начал действовать, да, поднялся. А другие, кто бездействовал, да, так и остались на том самом стадионе бухать. Блин, ну, в принципе, все как и есть, все как в жизни. Правда жизни, ребята, правда жизни, она так и есть. Кто что-то делает, развивается, так или иначе он обречен. Обречен на успех, ребята. Поэтому я вас всех тоже мотивирую. И себя, и вас всех. Ребята, давайте действовать. У нас обязательно все получится. У каждого в своей сфере. Кому что нравится, кому что интересно, надо делать и топить, ребята. Полтора года назад у меня было zero. Ноль подписчиков. Сейчас практически 100 тысяч. Да, понятно, вот эти все проблемы.
Все, что сейчас происходит, все это тормозит, но, ребята, несмотря ни на что, топим, топим дальше, перешагиваем 100 тысяч и, как говорится, to the moon, да? Впереди миллион подписчиков. Не знаю, будет ли этот канал оставаться в формате реакции полностью. Так или иначе, реакции, конечно же, будут на канале, но будем что-то думать, будем дальше развиваться. Сейчас посмотрим, как вот эти все события так или иначе утихнут. А это произойдет рано или поздно. И дальше уже будем действовать по-другому. Будем по-другому действовать. Так что, ребята, все. Я замотивировал себя, вас, тебя, меня. Короче, все уходим с этой реакции замотивированными на какое-либо действие. Только на положительное. Договорились? Все, договорились. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Всем удачи. Пока.